одна песня. Одна песня. Угу. А? Так точно. Так, понятно, хорошо. Ну ладно. Я все-таки спою эту песню, чтобы немножечко разгрузить. Все равно я ни на что больше не способна. А да, я хочу сделать маленькое объявление. У меня тут выходит сингл под названием «Пара песен на родине», которая содержит песни «Беженцы» и «Гагарин жив», за которую я получила, собственно, лауреата Крушинского фестиваля. Вот. И они выходят таким маленьким... Выргород их издает в виде диска во вкладыше. Вот. Они будут распространяться бесплатно. Вот она, короче говоря, но я хотела такое объявление сделать. Есть на Милосердии 24 проекта, которые собирают деньги на разные нужды, там, в том числе детские дома, дома престарелых. Вот, я хотела, в общем, тех, кто диски будет как-то приобретать там, на концертах или в магазинах, или там через Выргород, вот, чтобы они жертвовали деньги в пользу этих проектов. Вот, собственно. Ну, все, наверное, в интернете будет подробно вывешено. Просто такой вот анонс большой. Давайте за меня, я не могу.